Поздний вечер 21 сентября. Хочу всех, кто меня поздравил с днем рождения, поблагодарить. Рубеж 65 лет пройден. Наметились кое-какие перспективы. Я разговариваю в основном со взрослыми людьми пожилого возраста. Среднего, пожилого возраста. Есть, конечно, и более молодые. И многие из нас уже понимают по своей жизни, что есть удачные годы, есть не особо удачные годы. Но, тем не менее, в любых временных отрезках жизни ведется какая-то работа, которая так или иначе подготавливает какой-то успех, какой-то результат. Закономерный результат того, что в конце концов у вас начнет оформляться примерно после 40 лет, что-то такое вырисовывается. Вот. Какая-то полоса такая, такой как бы разрухи, боли у меня прошла, я начал тренироваться, появился опять такой какой-то энтузиазм у меня, потому что все-таки работа на телевидении, она здорово опустошает. После нее надо восстановиться во многих отношениях. Вот, еще разок я вас благодарю за поздравления. 65-летний рубеж пройден. Движемся уверенно вперед. Планов громадье во всех отношениях. Опять как-то я почувствовал себя затребованным человеком. Идут разного рода предложения. Но я вот из всех этих предложений важно сохранить свое лицо и свое дело. Вот свое дело как раз с каналом связанное. Вот я тут смотрю на статистику, смотрю на графики, смотрю, что-то тут у меня получается, что не получается. И тружусь. Что-то вперед делаю, что-то потом буду делать. Но тем не менее, что бы я еще вам сказал? Вот я заметил такие высказывания: оградите меня от нападок, оградите меня от оскорблений, иначе я уйду с канала. И вот здесь мне вот эта вот ситуация напомнила жизнь любого из нас, ну в данном случае мою. Можно, смотрите. Вот столкнувшись с какими-то трудностями в юности, допустим, там, полюбивший девушку, ну, кто-то там у нее и есть, и вы уступаете, вот, не поборовшись. Взяли, так сказать, вот, ну, ладно, там, чё уж там. Со временем потом видите, что тот человек был не для нее, что у вас бы там сложилось, но вы в свое время никаких усилий к этому не приложили, то есть не поборолись за своего человека, а надо бы побороться. А вы добровольно отошли. Вот какое-то дело вы затеяли, ага, а там появились такие, знаете, проныры, которые у вас там оттеснили, и вы тоже добровольно как-то ушли, не поборовшись. Я уже, знаете, не хочу говорить о том, что люди вообще уходят из жизни и что они этим доказывают. Они просто-напросто освободили место для пронырливых, наглых, нахрапистых людей. Они могут быть бесталанными, эти люди, но за счет своей нахрапа, за счет своей наглости они пробиваются. Что мы и видим в нашем обществе. Вот.
отстоять свое место, отстоять своего самого себя. Поэтому, да, можно уйти. Вот и я бы там столкнулся с разного рода сложностями, потому что, ну, вот я сам на сам там с кем-то там общаюсь, да. Но в Каменске, в Ростовской области, в глубинке, чтобы кто-то разбирался в интернете, кто-то разбирался в Ютубе, хотя бы так, как я сейчас, таких людей нет. И в Ростове там что-то я особо не встречал. Я уже не говорю о том, что если что-то сломалось, то у них даже такой техники нету для того, чтобы посмотреть, что-то там сделать. Вот. То есть надо стремиться к чему-то к лучшему. Надо занять свое место. Надо, в конце концов, ненавязчиво показать себя. На разного рода критику, конечно, можно там и нужно реагировать. Но если это какая-то, знаете, вот как они там говорят, эти самые, что просто там идет очернение тебя, ну, на это можно внимания не обращать. Вот, если что-то такое справедливое, ага, тогда, значит, ты должен это принять к сведению, поменяться, измениться. То есть это вообще-то, вот этого разного рода ситуации, и на канале в том числе, когда вы высказали одно мнение, а вам там в каком-то форме высказали так, ну, вы даже не ожидали, что так могут высказать в некотором роде там грубо, прямо там, с матерными там словами мнение свое на ваше мнение. Это вас оскорбляет, и вот я там уйду. Ну, уходите. Можно уйти отовсюду. И при этом потерять вот все то, что ваше. Отдать это каким-то людям, которые, ну, которые просто-напросто вот бойче вас. Которые более, будем говорить, вот такое слово, нахрапистые вот они. Там кроме нахрапа ничего нету. Поэтому вы должны вообще-то оценивать. Где-то, да, есть люди, которые больше там вас знают, к ним надо прислушаться. Есть люди, которые просто-напросто вот похамили, а вы обиделись. И так далее, и тому подобное. Очень много разного рода ситуаций. И, кстати, сегодня я как раз, знаете, смотрел кино про Александра Васильевича Суворова. Ну, чудо человек, понимаете, чудо. Вот он отстоял себя, отстоял свое мнение. Он преподал себя всем, начиная там от простых людей, над которыми он не возвышался, а будем говорить, вот своим примером, своими знаниями показал им, что он действительно лидер. А всех остальных, там царя, там еще кого-то. Ну, царя как бестолкового в науке он особо и не считал. Очень интересный старый фильм. А Наполеона, его генералов прославленных, вот, которые он свою науку интересно там излагал, как побеждать. Он их умением обошел, хотя эти генералы, Наполеон, это были примерно, можно так сказать, такого уровня, как и он сам также мыслил. Но тем не менее, он их всех обошел. И знаете, что там, смотря вот этот вот фильм, и там он царице сказал, вы знаете, вот я взял Измаил, это был труднейший бой, труднейшая ситуация. Я думаю, ну очень... Это как-то было вообще нереально взять этот Измаил с такими вот силами. Но тем не менее я взял. Очень сложно. И думаю, что больше не будет. А нет. Чертов мост. Прижали еще более сложная ситуация, в которой уже там сами солдаты не верили. Можно там сдаться, можно повернуть там назад, можно еще там рассеяться. Как угодно. А он только один вот собрался, верил, понял, как это сделать.
И сделал. И говорит, вот ситуация еще более трудная, но мы ее решили. И на этом фильм заканчивается. Поэтому ситуаций в жизни будет огромное количество. На то они нам и даются, для того, чтобы мы через них проходили и становились более сильными. А если нету ситуации, если вас, можно так сказать, не бьют, если вас не щемят, если вас не давят, не прессуют, нету стимула для роста. Все есть, вот все сыто, пьяно, постоянно. И зачем тогда расти? Ну, это так, к слову. Поэтому не уступайте свое место, которое вам предназначено вот самой природой, самим провидением, самим Господом Богом, другим людям. Докажите, что вы чего-то стоите. И не столько им, сколько самому себе. Еще разок спасибо вам за поздравление с днем рождения. Следующий юбилей в 70 лет. Ну, будем стремиться. Я так набросал планы, что там что-то покажу в том, что покажу в этом. Ну и в остальном. А так, как я говорю, уверенность, что все справедливо, все так, как должно быть. Далее на уверенности возникает спокойствие. Спокойствие порождает силу. Сила порождает красоту, все это вместе. И наконец-таки, появляется богатство. Богатство. Слово богатство от корень Бог, от того, что вот вы начинаете понимать это мироздание, начинаете понимать вот все, что тут творится. И вы ощущаете это действительно богатство, которое вас окружает и которое вы можете взять. И, кстати, Суворов не называл своих солдат солдатами или же воинами. Он их называл богатырями. Солдат, да, хорошо, воин, вроде как что-то повыше, но богатырь, нету сравнения. И они показали, что они действительно богатыри. Он построил как раз перед тем, как штурмовать этот чертов мост, старых солдат, которые прослужили с ним по 40 лет, прошли с ним все эти бои и видели, что он впереди идет, он не прячется. Был ранен, да, но не боится смерти. Мотиватор настоящий. Так вот, будьте богатырями по жизни. И свое место держите, и никому его не выступайте. И нигде не выступайте. Вот ваше мнение и все. Доброго вам здоровья. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик. И подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!